Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Трудности в отношениях с мужем возможно ли наладить? Ну, смотрите, если мы говорим о трудностях в отношениях с мужем, то нужно понимать, что трудности, они могут быть вашими и могут быть мужа. Да? Вот. Соответственно, какие трудности лично ваши? Потому что эта мысль сформулирована не была. Да, вы описываете определенные сложности, но вот в таком ключе вы не высказываетесь. Дальше. Возможно ли наладить? Да, возможно наладить, в принципе, любые отношения, если у людей есть какая-то, ну, тенденция, да, к тому, чтобы идти друг другу навстречу. Вот. Вопрос заключается в том, хотите ли это вы и хочет ли этого ваш муж. Вот. В браке 2 года, ребенку нашему месяц, муж сам по себе такой человек, который любит учить, наставлять других людей, даже если его не спрашивают о советах. Смотрите, значит, вы в браке 2 года. А, значит, вы прожили, получается, в браке, собственно, ну, практически 2 года, вот, вместе, и потом у вас вот только месяц назад, получается, появился ребенок. Вот. Смотрите, что у вас общего с супругом? Что вас объединяет? Что связывает? Да? Потому что, опять же, вот то, что вы описываете, да, может быть как элементом нормы, вот, так и определенной проблемой. Вот. Проблемой это может являться, если вам самой не нравится это, во-первых. И, во-вторых, наверное, если падает качество жизни ваше. Вот. Но если это вот в пределах нормы, да, если мы предположим, что это в пределах нормы, не является следствием каких-то проблем ваших, вот, то, вероятно, вы, ну, вы такой были всегда. И получается то, что муж вас перестал принимать, да? А важно убедиться в этом, убедиться, что это так, убедиться, что он действительно перестал вас принимать. И тогда, по-видимому, имеют место быть какие-то изменения. Вот. Возможно, изменение в ваших отношениях, ну, то есть вас обоих, точнее, то есть вы оба изменили. Может быть, изменится кто-то один, например, ваш муж. Да? А рождение ребенка это не всегда такая вот, ну, безоблачная история. Вот, и многие люди переживают рождение ребенка, ну, не слишком-то легко. Вот. А некоторым родителям, ну, в общем, требуется помощь психологическая. Вот. А то, что вас, ваш муж любит наставлять, да, учить людей, ну, это говорит о том, что он вот как-то склонен занимать такую вот родительскую позицию, да, по отношению к другим людям. И, вероятно, та же самая родительская позиция, ну, относится и к вам. То есть по отношению к вам человек тоже готов, в принципе, занимать родительскую позицию. Вполне возможно. Вот. А возникает вопрос, да, возникает вопрос, какая в этой позиции вы? То есть вы какая в этом? Вот. Потому что, да, вы говорите, что вам это не мешает, но вот мы выясняем, что получается все-таки мешает. Получается все-таки, да.
Мне эта его черта не мешала, в основном мне нравится в нем все. Окей, хорошо. То есть вы как-то вот получается, что вы как-то не чувствовали, да? Получается. Вы не чувствовали, что на вас это как-то влияет, да? Получается. Вот. Вы не чувствовали, что это как-то вот на вас, ну, оказывает какое-то вот существенное воздействие. По-видимому, между вами было что-то более, может быть, скажем так, интересно, да? Может быть, вас объединяло что-то больше, да? Вот. То есть это то, что сейчас происходит, да? А на мой взгляд, обозначает некоторые перемены в том, как вы воспринимаете себя, да, и мужа. Дальше. Он до рождения ребенка часто упрекал меня в том, что у меня нет хобби, увлечений, что я никуда не выхожу и угасаю дом. Смотрите. Вот опять же момент. Вы говорите, что мне это не мешало, да? То, что вот у него такая позиция. Говорите, мне это не мешало. Ну, не мешает вот вообще. Но в то же время, несмотря на то, что вам это, ну, вот, как вы говорите, вам это не мешает. В то же время получается такая штука, что мужу-то не нравится, как бы. Вот. Получается такая история, что мужа-то не устраивает то, что вот вы так делаете, да, так поступаете и так далее. Вот. И это конфликт уже. Это уже конфликт. То есть вы здесь оказываетесь, на мой взгляд, в некотором таком противоречие, если хотите. А противоречие здесь, в данном случае, на мой взгляд, заключается в том, что вы говорите, что на меня не влияет то, что муж вот, склонен там всех учить, да, и так далее. Но в то же время вы говорите об этом, что вот вас это как-то задевает, например. Вот, вы говорите о том, что что вам неприятно слышать вот то, что он говорит. И еще очень важный момент заключается в том, что то, что он говорит, я имею в виду, ваш муж, вот. А
означает, что ему не нравится, как бы, ну, стоп, да, вот, ему что-то не нравится, его что-то не устраивает. И здесь, на мой взгляд, очень важно увидеть, как вы на это реагируете. На то, что ему что-то не нравится. Да, вот вы говорите, что он меня упрекает. Ну и пока что, на мой взгляд, вы просто, ну, как бы, закрываете на это глаза, как будто бы, на то, что он вас упрекает. При этом, его же это волнует, а, судя по всему, вы на это по полной мере, да, не реагируете. Судя по тому, что мы можем видеть. Вот. Возникает вопрос. Почему? Да? То есть, возникает вопрос, почему вы на это не реагируете? Ну, то есть, да, вот, как-то вот, ну, может быть, игнорируете, да, этот аспект и так далее. Вот. То есть тут нужно смотреть на это. Дальше. Как вы сами относитесь к тому, в чем упрекает ваш муж? Вот. Всегда говорю, что я вечно унылая, хочу, чтобы я радовала жизнь и была счастлива. Да? Смотрите. Опять же, нужна здесь в большей степени предыстория. Одно дело. Если вы, ну, такой, грубо говоря, такой, были всегда. Это одно дело. Если вы такой были всегда, если вы всегда так себя вели, да, например. Это один момент. Но если вы ранее были другой, все-таки. То есть, если вы, ну, если было время, когда вы вели себя иначе, например, вот, то это уже другой вопрос. В таком случае. Дальше. Так, раньше меня действительно много интересовало и радовало, но в последние годы я люблю побыть одна, я знакомлюсь с собой настоящей, пока не нуждаюсь в общении с людьми и в новых знакомствах. Смотрите. Естественно, что, ну, если это все так, как вы говорите, да? То это один момент.
То есть, естественно, если все так вот, если все так, как вы говорите, то это, конечно, нормально. Хотя у этого, на мой взгляд, все же должен присутствовать, ну, какой-то, скажем так, вектор, да, то есть если вы с собой знакомитесь, то я думаю, что нужен какой-то прогресс, вот, потому что, ну, сейчас это выглядит, по крайней мере, ну вот, для меня это выглядит так, что вы в какой-то степени, ну, знаете как, ну, сбежал. Вот. Вот так это для меня выглядит сейчас. Что вы сбежали от, ну, скажем так, некоторых неприятных моментов в своей жизни. А, естественно, ну, я могу ошибаться, да, естественно, могу быть не прав, вот. Но выглядит все, вот именно выглядит вот так, к сожалению. Поэтому тут нужно, на мой взгляд, да, посмотреть, что действительно происходит с вами. Вот действительно, вы говорите, что знакомитесь с собой настоящей, да, и это хорошо, что вы знакомитесь с собой настоящий. Но что это такое? Вот. Куда это движется и так далее? А муж ваш знает о том, как это все происходит и так далее? Сейчас родился ребенок, и совсем недавно муж высказал мне все, что, видимо, его не устраивает. Это говорит опять же о том, что ваши отношения не являются, я бы сказал, ну, доверительными. Вот. Понимаете? То есть я бы сказал, что ваши отношения с мужем, да, являются такими, где человек может, ну вот, в какой-то степени срываться. То есть, как бы в реальном времени контакта у вас как будто бы и нет. Хотя я могу, конечно, опять же, быть неправ. Вы поправьте, если я ошибаюсь. Но выглядит все пока что именно так. Потому что срывы вашего мужа означают только одно, что человек не находится с вами в постоянном взаимодействии. Вот. И это вопрос к вашим отношениям. Вы действительно, ну, пожалуй, что можете делать все, что вам, ну, хочется, да, и так далее. Вы действительно, ну, распоряжаетесь вот, своей жизнью так, как угодно вам, но то, какие, то, как
вы выстраиваете отношения со своим мужем, да, вот то, что человек вот, ну, не чувствует, как бы, что может быть как-то свободным, да, и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд. Вот. В этом смысле. А я думаю, это вот является проблемой. Вот. Поэтому вот тут момент в том, что ваш муж, судя по всему, значит, ну, как бы потерял с вами контакт, ну или вы все, оба потеряли друг с другом этот самый контакт, к сожалению. Вот. Дело не в том, что вы делаете, дело не в том, как вы, значит, ну, там, себя ведете, да? Вот. А дело совсем не в этом. А дело именно в том, вот как раз, что ваш супруг не чувствует и не видит в том, что с вами происходит, значит, какого-то контакта с собой взаимодействия. Значит, то, что вы пишете дальше. Значит, что я забил на свое здоровье, хожу как в тумане, родился ребенок, пора бы элементарно взяться за свою осанку, поясницу мне пора лечить, сыпь на коже, много другое. Дело в том, что я говорю, что пока все, что зависит от меня, то я делаю. И что для лечения поясницы нужен специалист, он утверждает, что есть легких путей, и вполне можно просто упражнениями исправить. Ваш ответ, он здесь вызывает некоторые вопросы, скажем так. Вот. То есть вы говорите, что делаете все, что зависит ну, от вас. Вот. Вроде бы. Ну, вот. Вы говорите так. Но ведь вполне может быть так, что для вашего здоровья, например, этого недостаточно. Не думали ли вы об этом? Вот это, ну, такой, на мой взгляд, важный момент. Другой вопрос. Почему ваш муж, да, в принципе, может вам такие вещи говорить? Это как раз-таки его упрек. Это его такая вот особенность, судя по всему, да? Вот. Которая вам, как вы говорили ранее, да, не мешала. А теперь получается, что мешает? Вот. Хотелось бы, конечно, прояснить этот аспект и прояснить то, что поменялось сейчас. Вот. Я имею в виду, что поменялось, ну, для вас, что поменялось. Вот. Очевидно, что
что-то поменял, ну, что-то поменял в вашем ощущении и в том, как вы вот, ну, как вы воспринимаете там себя и своего мужа, и на мой взгляд, вот то, что вас, как вы говорите, сейчас вот все задевает, да, вот на мой взгляд, пока что ваши, ну вот, действия, да, которые вы делаете по отношению к себе, то есть вот как вы говорите, ну, знакомитесь с собой настоящий, вот, и так далее. Но пока что, судя по тому, что вы описываете, это больше вам как-то идет не на пользу, потому что вы не становитесь увереннее в себе. Вот. Ну, по крайней мере, исходя из вот того, что я могу увидеть, вот, понимаете, да? То есть я ни в коем случае ни в чем вас не обвиняю здесь, но просто вот, делаю как бы такую вот подметочку. Дальше. Так, сказал, что я вечно унылый, хожу как растерянный постоянно, без каких-либо интересов в жизни, даже элементарно не выхожу. Так, в общем, по словам мужа, мое отсутствие интереса к жизни, отсутствие хобби и мало общения с людьми как-то влияет на него, то есть мое состояние передается ему. Да, это вполне распространенная история, потому что если люди вот, ну, находятся вместе, да, то действительно какие-то элементы состояния могут продаваться, это правда. Вот. Здесь, ну, на мой взгляд, ничего нет такого удивительного, прямо, вот, на мой взгляд, повторю. Я бы сказал, что это даже нормально. Ну, понятно, что, ну, вероятно, у вашего мужа, да, может быть, ну, какие-то вот слабые, да, могут быть личные границы, вот. И вполне вероятно, что ему можно было бы их подкорректировать, вот. Но это же история про то, хочет ли этого ваш муж сам, а что если не хочет, вот. Если он не хочет работать с личными границами и так далее, да? То есть, в любом случае, это его личная ответственность, что с ним происходит. В любом случае. В любом. Это его ответственность. Но вам это нужно ему, грубо говоря, продемонстрировать. Вот. Дальше. Хотя я не понимаю, как это, ведь с ним я постоянно на позитиве, как раз наоборот, он более пессимист, нежели я. А здесь ваша субъективная позиция насчет насчет того, насколько он, значит, ну, пессимист, чем вы. Тут, я уверен, есть нюансы, но опять же, вы с ним все время позитивно. Нужно выяснить, как именно вы это делаете.
не тяжело ли вам это делать? То есть, ну, грубо говоря, да, естественно ли это для вас? Вот. Если естественно, то хорошо, а вот если нет, если это для вас не естественно, вот тогда у нас, на мой взгляд, начинается проблема, потому что неестественным человеком чувствуется и так далее. Вот. То есть тут есть, конечно, ну вот такие нюансы, скажем так. И на мой взгляд, с этими нюансами нужно работать. Так, дальше. У него есть занятия работа, а большую часть моего времени занимает дочка, быт и муж. Ну, опять же, да. Раньше, судя по всему, ситуация особенно не отличалась. Я бы сказал. Так, что судя по вашим словам, да, вот, вы раньше вели себя, ну, так же. То есть вы не особо также были вот активны, судя по тому, что я могу видеть. И, конечно, то, что вы пишете, что для него получается неинтересно, да, это вот проблема с самооценкой. То есть дело не в том, опять же, где вы хотите быть и где хочет там, где хочет быть ваш муж. А именно то, что вы расцениваете, да, рассматриваете. Вот слова вашего мужа как то, что вы не интересны. И если вы это видите вот так, да, если вы видите это вот так, что вы не интересны, значит, на мой взгляд, вы готовы к тому, чтобы так о себе подумать. Если вы готовы так о себе подумать, значит, вы себя обесцениваете. И это уже очень интересный момент, то, что вы себя обесцениваете, касающийся вопросов вашей мотивации, значит, делать что-то по жизни. Конечно. Может быть, ваш муж, ну, не слишком уверен в себе, да, и ему нужна поддержка, то есть, ну, ему хочется поддержки. Может быть, такая штука, конечно, но ключевой момент заключается не в этом.
а том, что у вас падает самооценка от того, что человек, ну, делает, да, то есть от него, ну, грубо говоря, ну, от его упреков, по сути, вот, и с этим, на мой взгляд, нужно работать. Ваша самооценка. У меня самой пропадает желание сближаться с ним, я чувствую, что у меня есть обида на него. С обидой можно поработать, с обидой можно помочь вам прожить. А они увидят то, что вы, собственно, и чувствуете. Вот, особенно, когда он внимательный ко мне. Да? То есть, вот, вы здесь, по сути, как будто бы зависите от, ну, позиции вашего, мужа, вот, от его отношения к вам, к сожалению. И это говорит о том, на мой взгляд, что вы действительно будете чувствовать себя плохо от его поведения, пока не начнете опираться на себя. И вот вопрос заключается в том, приводят ли ваши действия, сейчас ваши действия, к тому, что вы, ну, лучше, сильнее, полнее на себя опираетесь. Вот. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, вы на себя, ну, не опираетесь больше. Вот. На мой взгляд, вы не становитесь увереннее. Ну, вследствие, вот, ваших действий. И тем больше это выглядит как просто избегание каких-то вот, ну, ситуаций в вашей жизни, например, неудачи, да, допустим. То есть, это выглядит как нежелание сталкиваться с собой. Так, его отец, значит, был утром в гостях, сказал, как тебе повезло, сынок, такая дочь красивая, жена красивая, мужчина, ответил, смотря на меня, улыбается, кто красавица, она подошел, целовал от меня, мол, это подкол, и не на что обижаться, но меня сейчас все задевает, я чувствую себя не очень. Вот вы говорите, меня сейчас все задевает, а сейчас это как? То есть, что есть сейчас, понимаете, чем вот это сейчас такое особенное. Дальше, что я очень скучная после его заявления. Вот опять вы демонстрируете здесь неуверенность в себе. Мне не все равно, что я для своего мужа неинтересно, ведь это влияет на наши отношения. Здесь скорее ваша тревожность и страх по поводу того, что ваши отношения могут завершиться или претерпеть изменения. Вот. Как можно это исправить? И нормально, что муж хочет изменить меня, ведь я живой человек, не всегда могу быть заинтересован во всем. Не всегда же мне радоваться, периоды в жизни бывают разные. Вы правы. Вопрос в том, хочет ли муж действительно вас изменить. Да? Вероятно, он хочет решить какую-то свою проблему. А вы хотите решить какую-то свою проблему. Но коммуницировать об этом
конструктивно у вас не получается, и вот мы имеем в итоге то, что имеем. Вот. Поэтому я думаю, что для начала вам нужно разобраться в себе самой, а дальше уже смотреть, куда вы хотели бы двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь!